Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним первое задание. На странице 21 рабочей тетради по математике для первого класса автора Маро. В этом упражнении мы должны будем соединить карточку с определенным количеством предметов и карточку с числом, записанным на ней. Давайте посмотрим на кубики 1, 2, 3. Их 3. Соединяем эту карточку с цифрой 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пуговиц у нас 6. Соединяем с карточкой под номером 6. Флажки 1, 2, 3, 4. Соединяем с цифрой 4. Звездочки 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем с карточкой, на которой написана цифра 5. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, то оставляйте свои комментарии под видео.